Мы просто пошли за десертом и столкнулись с врагом. Какое совпадение? Я сопровождала Нию сюда. Я тоже. Был в супермаркете вон там, кое-что купить надо. Давай присядем здесь. Разве офицер Джао больше всего не любит десерты? Особенно десерт из манго. Как получилось, что ты приобрел этот вкус? Ты можешь завидовать сколько угодно, но для того, кто не должен скучать, лучше пресечь это в зародыше. Я слышал, ты замуж выходишь. Поздравляю. Спасибо. Такое большое обручальное кольцо офицер Джао, наверное, не смог бы позволить себе. Фан Ния, я говорю правду. Ты не должен был делать это с самого начала. Джао Тинхуэй, свадьба Сяоу назначена на следующий месяц. Ты должен прийти и отпраздновать. У меня кое-какие дела есть. Можете остаться и поесть, а я пойду. Эй, есть новости в деле Джан Ю? Пока нет. Они занимаются этим целый день, но ничего нет. Если бы я была ответственной за дело, я бы уволилась. Фан Ния, ты можешь не пытаться ссориться с Джао Тинхуэем? Не то чтобы хотела. Но как только я его вижу, ничего не могу поделать. Начинаю злиться. Кто сказал ему бросить тебя? Сначала я была победителем, а теперь, похоже, просто проиграла. Ты тут ни при чем. Кроме того, Джао Тинхуэй знает, что у меня вспыльчивый характер. Я сейчас беременна. Мои гормоны нестабильны. Пожалуйста, пойми, хорошо? Официант! Иду. Я хочу сделать заказ. Что вам принести? Я буду чизкейк. Почему ты не ешь? Попробуй моё, это вкусно. Он кисло-сладкий, это вкусно? Просто откуси, тебе понравится. Хорошо. Наш начальник. Да, начальник Ли? Да, у нас новое развитие дела. Да. Видишь ли, в отделе возникла чрезвычайная ситуация. Я поем с тобой в следующий раз. Хочешь, наверх отведу? Не нужно, можно и здесь. Сяоу. Джао Тинхуэй. Мне все равно, примут меня твои родители или нет. Меня волнует только твое мнение. По правде говоря, я думаю, что брак должен включать обе семьи. Если не получим благословение наших родителей... Хорошо. Я поняла. Из-за меня ты весь прошлый год ссорился со своими родителями. Я не хочу больше беспокоить тебя. Лучше покончить с болью. Давай расстанемся.
Брат Фэн. Сяоу. Почему ты здесь? Это я должен спросить. Почему ты бегаешь сегодня? Чтобы похудеть. Я должна хорошо выглядеть к свадьбе. Похоже, похудение аж религия для женщин. Ты закончил бегать? Мне еще пару кругов. Хочешь, вместе пробежимся? Конечно. Давненько я с тобой не бегала. Побежали. Вот, вода. Давно я так не тренировалась. Я едва успеваю за тобой. Я темп снизил ради тебя. После тренировки чувствую себя лучше. Теперь, когда тебе лучше, давай поговорим. Вы поссорились с Ян Цзинь? Нет. Недавно я нашла старую фотографию, где Ян Цзинь и девушка вместе. Я долгое время была с ним, но он не рассказывал мне о ней. Сяоу, у всех есть прошлое. Есть много маленьких секретов из прошлого. Раз ты решила быть с Ян Цзинем, не обращай внимания на его прошлое. Брат Фэн, ты знаешь женщину по имени Шэнь Уюэ? Уюэ? Знаю, но не очень хорошо. А разве она не умерла? Умерла? Ты не знала? Прости, сказал слишком много. Это все в прошлом, Ян Цзинь не хочет говорить об этом. Хорошо? Тогда между ней, Ян Цзинь и Сунь Цзяюй, что-то произошло? Сунь Цзяюй и Ян Цзинь подружились в спецназе. Я подружился с Ян Цзинем позже, в отделе по борьбе с наркотиками. Не знаю, что было между ними до этого. Лучше спроси об этом Чен Руймина. Если я спрошу об этом брата Чена, он подумает, что я сплетница. Тогда Ян Цзиня спроси. Так будет лучше для всех. Мне нужно с Элеле заехать. Хочешь, подброшу тебя до кафе? Нет, я посижу здесь подольше. Ладно, я пойду. Пока. Пока. Пожалуйста, только один вдох. Кухня почти готова. Что, гостиной думаешь? Неплохо. Это то, что я представляла себе. Что не так, милая? Ты не выглядишь счастливой. Это не так. Я еще занята. Я вытру. Нет, все в порядке. О, точно. Тут неподалеку открылась японская изакая. Я слышал, там очень вкусно. Пойдем вдвоем выпить. Ладно, дай мне закончить уборку.
Не отказывай себе, даже если на диете сидишь. Я сижу на диете несколько дней. Сегодня я хочу есть больше. Конечно, ешь. Ведь сложно втиснуть еще пару килограммов в свадебное платье. Поем с тобой. Босс, дайте еще заказ сашими и кацу из свинины. Уже иду. Эй, помедленнее. Саке сильно бьет по организму. Ты же знаешь, как я переношу алкоголь. Это маленькое вино – ничто. Для чего ты бережешь вино? Пей. Доставьте его в комнату для допросов. Имя? Хуан Фасян. Возраст? 54 года. Старина Хуан, да? Знаете, почему вас арестовали? Это я хотел спросить у вас. Офицер, который меня арестовал, сказал, что я наркотики изготавливаю. Офицеры, я даже среднюю школу не закончил. Как я могу наркотики-то изготавливать? Дам еще один шанс вам. Подумайте хорошенько, что вы делали. Я... Офицеры. Я правда не понимаю, о чем вы. Это ночь 10 мая. Мы нашли мастерскую по производству наркотиков в деревне Цзинлинь, пригород Лиюань. Бунгало с двором большой площади. Здесь производили наркотики. Затем по интернету продавали его дистрибьюторам и пользователям. Это правда, что в день ареста вас там не было. Но вы оставили там свои предметы, когда убегали. Отпечатки пальцев и слюна на чайной ложке, ДНК волос, оставленных на одежде, могут доказать, что вы владелец этого места. Все еще не хотите говорить? Хорошо. Тогда я скажу. Ваша продукция считается первоклассной. Канал продаж профессиональный, но дискретный. Мы можем сказать, что у вас большой опыт в производстве наркотиков. Судя по вашему опыту, вам нужен крупный дистрибьютор. Зачем продавать мелким покупателям за небольшие деньги, если только вас не вытеснили из этого круга? И у вас не было другого пути, кроме как этого, чтобы деньги заработать. Сяо Мэйрен, наркобарон в деле о супернаркотиках 103, который мы только что раскрыли, сказала нам, что ее первые сделки заключались через интернет с тайным производителем. Затем ее партнер Лю Вэй захотел начать собственное производство. Украл рецепт и планировал убить производителя. Только тот сбежал. В вашем рецепте и в рецепте Сяо Мэйрен абсолютно одинаковые ингредиенты. Вы секретный производитель наркотиков. Какие еще есть оправдания? Офицеры. Я все больше путаюсь в ваших словах. До декабря прошлого года вы были охранником в компании Сяо Мэйрен. Это был настолько же опасный, насколько безопасный способ наблюдения за врагом. Просто план мести до конца не довели. Для человека, который школу не закончил, у вас достаточно мозгов и мужества. Как может такой умный человек не знать, когда нужно сдаться? Если его в угол загнали, а, Хуан Фасян? Чья жена такая красивая?
Где я красивая? Везде. А особенно твои большие губы. Яньцзинь, тебе нравятся девушки с большими губами? Нет. Мне нравятся твои большие губы. Как давно мы знакомы? 1 год, 3 месяца, 10 дней. Трудно поверить, что мы поженимся, зная друг друга чуть больше года. Что ты говоришь? Пытаешься отступить? Я твоя. Ты можешь мне кое-что обещать? Конечно. Мы вместе. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, мы должны быть честны друг с другом. Думаю, что независимо от того, насколько мы близки, у нас должно быть свое пространство и своя индивидуальность. Могут быть свои секреты. Если у тебя есть что-то, о чем ты говорить не хочешь, я спрашивать не буду. Будь то прошлое, настоящее или будущее. Я полностью тебе доверяю. Если ты мне доверяешь, то ничего не скажешь. Какие у тебя отношения с Шэнь Уюэ? Я уже сказал тебе. Я не пытаюсь вспоминать что-то из прошлого. Мне все равно, какое она место занимает в твоем сердце. Мы должны быть честными друг с другом. Я знаю, эта девушка умерла. Тогда почему так много вопросов? Ты сказала, она была девушкой Сюн Дзя Юэ, и я поверила тебе. Но если бы ты был на моем месте и увидел это фото, что бы ты подумал? Мы сидим здесь и выпиваем. Не можем ли мы просто поговорить о прошлом? Не обо всем и не обо всех. Можно рассказывать истории. Почему? Неужели трудно поговорить о том, что произошло? Яньцзинь, перестань заставлять меня чувствовать, что я тебя не знаю. Я действительно не знаю, что между вами произошло. Ты не можешь даже затронуть эту тему. Смерть Уюэ связана с тобой? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Выпьем! Выпьем! С днем рождения! Ура! Босс, дайте еще выпить. Иду. У вас мало времени для признания. Признаетесь или нет? Все верно. Рецепт Сяо Мэй Рэн дал я. Никогда не думал, что они попытаются убить меня и украсть мой рецепт. Какое отношение вы имеете к делу о наркотиках Дэн Куна 6 лет назад? Вы ведь знаете Дэн Куна и дядю Хая? Если я расскажу вам, это смягчит наказание? Разве вам не ясно, какой путь вы выбрали? Раз вы жить хотели, зачем наркотики делали? Хуан Фасян, где ты, по-твоему, находишься? Не тебе об этом размышлять. Сегодня ты должен рассказать нам, откуда взялся рецепт наркотиков. И рассказать, какое отношение ты имеешь к делу 6-летней давности. Я взял
Рецепт от Дэн Куня. Откуда он у тебя? Ты был на месте ареста Дэн Куна? Я не только был там в то время. Я был свидетелем всего процесса убийства полицейского под прикрытием. Что ты хочешь сказать? Что? Тот стрелок? Не был Джан Гацяном, которого приговорили к смерти. Это другой человек, он наверняка вам знаком. Кто? Ян Цзинь, полицейский по борьбе с наркотиками. Вы знаете, что бывает за дачу ложных показаний? Я одной ногой уже в гробу. Я говорю вам это, потому что хочу прожить еще пару дней. Хорошо. Скажите мне все, что вы видели там 6 лет назад. И ничего не упускайте. Дадите мне попить воды. Дайте. Продолжай. Я был мелким подсобным рабочим у дяди Хая. Просто выполнял простые задания на фабрике. Товары дяди Хая были очень чистыми. К тому же он был надежным. Так что в те годы Дэн Кунь постоянно работал с дядей Хаем. Дядя Хай потратил год, чтобы придумать новый препарат. Они быстро договорились о дате сделки. А местом сделки стала фабрика по производству лекарств в лесу недалеко от границы Китая и Мьянмы. Ты в порядке? Я в порядке, спасибо. Действительно, не для людей работа. Только на этой работе столько денег зарабатывают. Отдайте 2 фляги с водой дяде Хаю. Помни, ни на что не смотри и вопросов не задавай. Хорошо. Я ухожу. Хорошо. Стоп, ты что делаешь? Воду несу. Давай сюда. Я могу... Я передам, возвращайся. На что смотришь-то? Уходи. Да. Дядя Хай, наверное, и представить себе не мог, что однажды умрет от руки собственного телохранителя. Не двигаться! Отныне это место принадлежит мне. Рецепт в моих руках. Хотите зарабатывать деньги под моим началом? Опустите оружие. Что скажете? Не хотите? Неважно. Брат Кунь.
Когда Дан Кунь привел своих людей на фабрику наркотиков, нас окружила полиция. На фабрике началась стрельба, и был полный бардак. Вперед! Рабочие бежали во все стороны, словно мухи. И я был напуган. Напуган так сильно, что я ринулся и побежал в лес на запад. Вы видели, кто были эти двое? Видел. На одном была форма сотрудника наркоконтроля. Его лицо я видел очень четко. Это был Ян Цзинь. Другой парень был одной из правых рук Дэн Куня. Когда Дэн Кун заключал сделку с дядей Хаем, он всегда брал того с собой. Я определенно знал его. Только позже... Я узнал, что тот парень был под прикрытием. Вы слышали, о чем они говорили? Шел дождь. Я ничего не слышал, но видел очень четко. Это был Ян Цзинь. Позже Ян Цзинь был ранен двумя пулями Дан Куня. Я видел, как Ян Цзинь упал. Не мог понять, жив он или нет. Я испугался и убежал. Торопился так, что один ботинок потерял. Адвокат Янь, какой из этих двух нарядов вы выберете? Адвокат Янь. Белый. Хорошо. Тогда вы можете сочетать его с черной майкой и красной помадой. Давайте сейчас переоденемся, а потом мы внесем коррективы. Добрый день, дамы и господа. Мы приветствуем вас в сегодняшнем выпуске «Лоу Таймс». Сегодня знаменитый гость, а также наш старый друг Янь Шэнь, адвокат Янь. Здравствуйте, я основатель юридической фирмы Джун Хуэ, Янь Шэнь. Для начала давайте посмотрим на сегодняшнее дело. Пусть адвокат Янь кратко расскажет нам об этом деле. Это дело — типичный случай, когда защищающийся адвокат использовал деньги, чтобы купить фальшивые показания свидетеля и помочь подсудимому получить оправдание. В данном случае защищающий адвокат совершил преступление. Это также обычно называют преступлением адвокатского лжесвидетельства. Позже, когда я читал газету, узнал, что Ян Цзинь был оправдан. Джан Гацян был приговорен к смертной казни, а доказательством была туфля на месте преступления. На самом деле, Джан Гацян даже не был на месте преступления в тот день. На мне была обувь Джан Гацяна. Я оставил ее там, когда убегал. Хуан Фасян, вы несете ответственность за дачу ложных показаний, офицер. Клянусь небесами, я не вру. Да и незачем мне врать-то, не вру я. Главный судья и судьи. Ботинок с этой фотографией — найденная улика с места преступления.
Мы подтвердили, что эта обувь принадлежала производителю наркотиков Гатсяну. Джан Гатсян, у вас есть вопросы к сказанному? Нет. Хорошо. Этот ботинок, как вы оставили его на месте преступления? Расскажите подробней. В тот день я, кажется, убегал от беспорядка. И побежал в лес. Это говорит о том, что вы солгали полиции до этого. Продолжайте. Тот полицейский под прикрытием... Это был я. Я его убил. К порядку, к порядку. Подозреваемый, продолжайте. Я использовал пистолет обвиняемого, чтобы убить его. Ян Цзинь — это тот обвиняемый, о котором вы говорите? Да. В тот день Джан Гатсян и рабочие из фабрики разбежались в разные стороны. Не знаю, как он позволил полиции схватить его. Почему вы носили обувь Джан Гатсяна? Мы оба были мелкими рабочими на фабрике дяди Хая. У нас была одна двухъярусная кровать, и мы были близки. В день ареста мои ботинки оказались грязными, и я надел его. Когда вы убегали, вы проходили мимо места преступления в лесу. В это время полицейский под прикрытием Сюн Цзя Юй проснулся. Он держал пистолет, чтобы не дать вам сбежать. Вы подобрали пистолет Ян Цзиня и застрелили Сюн Цзя Юя? Затем вы стерли отпечатки и вернули пистолет обратно. Затем вы скрылись, верно? Верно. Я не знал, что он работает под прикрытием. Я просто подумал, что попал в беду. И так спешил убежать, что аж ботинок потерял. Что заставило вас признаться в этом сегодня? То, что он полицейский, не мог жить с чувством вины. Ваша честь, вопросов не имею. Так, Ян Цзинь избежал приговора с помощью адвокатов. А Джан Гатсян был приговорен к смерти. Он стал козлом отпущения. О том, почему он дал все-таки ложные показания, я мог догадаться с закрытыми глазами. Из-за денег. Убийца, избежавший судебного наказания через 6 лет, становится лидером ресторанного бизнеса в Ли-Юане и даже героем по борьбе с наркотиками в глазах всех. Какая ирония. Какая же ирония. Офицер Чен, вы, наверное, никогда бы не подумали, что герой отдела борьбы с наркотиками приложил все усилия не ради справедливости, а ради того, чтобы скрыть тайну убийства. Правило 306 нашего уголовного законодательства гласит, что в уголовном процессе, когда защитник уничтожает доказательства или подделывает их, помогает клиенту уничтожить или подделать доказательства, угрожает или склоняет свидетелей изменить показания или сделать ложные заявления, все это считается нарушением закона. Наказание может достигать 3 лет лишения свободы. Тяжелое преступление предусматривает до 7 лет лишения свободы. Мы всегда рассматриваем этот вопрос,
Является ли обязанностью адвоката ставить на первое место выгоду подзащитного? Или же справедливое рассмотрение дела? Я хочу услышать ваше мнение. Посмотри на Яньшень. Она становится зрелой. Старина Шень, у тебя много друзей и учеников. Поторопись и найди кого-нибудь подходящего для нее. Когда речь идет о профессионализме, а мораль восходит на первый план, я думаю, что адвокат должен ставить профессионализм на первое место. Дело не в морали. Речь идет о собственных принципах. Спасибо. На этом мы закончим сегодняшний выпуск Low Times. Спасибо, что посмотрели. До свидания. До свидания. У твоей невестки есть и внешность, и навыки. Почему она не может выйти замуж? Она не то чтобы не может выйти замуж, она не хочет. А что насчет тебя? Когда вы со стариной Фэн собираетесь связать себя узами брака? Мы не торопимся. Мы поговорим об этом после рождения ребенка. Может, у брата Фэн есть опасения? Нет, он очень хорошо ко мне относится. Я знаю, он хорошо относится к тебе. Может быть, ради Лили он не хочет жениться прямо сейчас? Дело не в этом. Я очень нравлюсь Лили. Просто я еще не говорила с ним об этом. Старина Фэн не поднимал эту тему. Как брат Фэн не может не говорить об этом? У вас уже ребенок. Жить вместе, не будучи женатыми, неприемлемо. И ты сейчас беременна. Нехорошо продолжать откладывать свадьбу. Пока мы со стариной Фэн вместе, и он хорошо относится к детям и ко мне, женится он на мне сейчас или позже, я буду счастлива. Точно. Ты спрашивала Янь Цзиня о той фотографии? Он эта девушка, а также Сюн Дзя Юй. Что именно произошло? Вы поссорились? Ты сейчас находишься в процессе рождения ребенка. Думаешь, из-за фото мы начнем ссориться? Так ты спросила или нет? Спрашивала, но он не говорит. Я думала, что кое-что просто не нужно прояснять. Особенно то, что было в прошлом. У него должна быть причина не говорить об этом. Почему я должна заставлять? Пока это не мешает отношениям, я не против. Такая великодушная. Я буду учиться у тебя. Офицер Чен, вы хорошо знаете Ян Цзиня? Знаете ли вы, почему он хотел работать под прикрытием? Алло? Номерной знак Янте С6519. Твой человек? Позволь скажу. Все мои дела закончены. Думаешь, я твоей ситуации не знаю? Ты не под наблюдением. А ты утверждаешь, что в моем ресторане наркоторговец? Кто? Я знаю? Прекрати пытаться получить информацию. Я занят. Загадочно так. Похоже, ты по мне не скучаешь. Будет нужна моя помощь. Обращайся.